Пошли! Но сверху! Не отставай! Спасибо, что подвез. До встречи. Не забывай, они тоже нас боятся. Легче не бывает. Вот тебе! Великолепно, Нок. Да. Тебе конец! Это ерунда. Отличная краска выйдет. Стоит запастись зельями и всем прочим. Да.
Даже от тебя иногда бывает толк. Это что значит иногда? Чем могу помочь? Благодарю. Приходите снова. Нак, ты часом про остров не забыл? Добро пожаловать! Как здорово, что не нужно никого убивать. Должен сказать, я рад, что вы мне помогаете. Особа королевской крови должна знать толк в камнях. Спасибо. Снимай отсюда. Давай я это сниму. Все, что нужно, мы сделали. Как же вкусно. Палатки у нас с собой? Думаешь, я их забыл? Они в багажнике.
Отсюда еще топать и топать. Над нами имперцы! Спасибо. Внимание! У нас гости. А теперь повеселимся. Да. Их слишком много. Предлагаю разобраться с ними поодиночке. Скукотища. Ну, ничего не поделаешь. Берегись! Как обстановка? Болен. Вы звонили? Дайте я! Принц Боли! Да. Ну что ж, поработаем курьерами еще разок. Полегче. Магитех двигатель. Совсем близко. Спасибо, что подвез. Спасибо за поездку. Все готовы? Ага. Угу. Подними крышу, пока не палило.
неплохо. Видишь? Это и есть наш товар? Похоже. Придется его отбить. Слева от тебя, Нокт. Я понял. Все готовы? Шаг, и нам крышка. Только не раскисай. Закрою. Опта! С удовольствием! Как обстановка? Более-менее. Увы, можешь на меня рассчитывать. Ромка, ты слишком близко. Держи дистанцию. Я приятно удивлен. Что тут скажешь? До меня только что дошло. Это же прямо как в Королевском рыцаре. А? Мы совсем как его персонажи. Тогда я должен... Ух! Ну, вот и все. Ладно, возвращаемся в город. Как же больно. Опять голова? Это ненормально. Да. Пошли! Здесь очень мило. Ага. Спасибо. За поездку. Все готовы. Ага. Эй, послушай, Нокт! Да. Я очень-очень устал. Может, нам пора отправиться в гостиницу? Не до отдыха. Едем дальше. Ах,
Когда же это кончится? Пройдемся для разнообразия. Полегче. Каков план действий? Пойти на пролом. Тогда я обойду с фланга. Спасибо, что подвез. А, вы, наверное, те самые охотники, о которых говорил дядя. Ваша задача — собрать урожай. Урожай? Наша ферма находится в глуши, и неподготовленным людям работать здесь небезопасно. Вот мы и обратились к охотникам. Осторожно, Нокс. Я не промахиваюсь! Ты на чьей стороне? Я не хотел. Специально для тебя. Это ерунда. Полагаю, этого достаточно. Большое вам спасибо. Осталось только отвезти эти овощи на рынок. Пошли! Смотреть на него дождь.
Ванька. Спасибо, приятель! Добрались. Я уже отрубаюсь. Все равно сначала нужно поесть. А вот это неплохая. Я знаю, мне тоже нравится. Я выспался. Ну да, в палатке можно развлечься как угодно. Полегче. Приступим. Ага. Спасибо, что подвез. До встречи. Я не могу просто бросить машину и пойти домой. Я не могу просто бросить машину и пойти домой. Я не могу просто бросить машину и пойти домой. Готовы к приключениям? Ага. Тогда вперед.
Что дальше? Поговорим с местными? Пусть Нокт решает. Выходим. Точно. Все готовы? Ага. Поверить не могу, вы все принесли. Все как просили. А, так вы за этим приехали. Берите, не стесняйтесь. Возьму, сколько смогу унести. Вот как. Не жалеете вы совсем старика. Хорошо, я у вас в долгу. Не проходите мимо. Свежайшие продукты прямо с перлокских ферм. До свидания. Скоро праздники. Можно открыть магазин в Альтисе. Премного благодарен. Овощи свежее не бывает. Попробуй. Сам ведь собирал. В другой раз. Да не стесняйся ты. Наши продажи отчасти и твоя заслуга. Если что понадобится, обращайся. У него свежайшие овощи. Вкусные, наверное. Почему бы не попробовать? Сейчас что-то не хочется. Да тебе никогда не хочется.
самом деле люди едут сюда от самой станции Чикобо. Тяжко им, наверное. Даже если про... Привет охотникам за приключениями. Если у вас есть время и желание, у нас на ферме надо еще кое-что собрать. Опять жара. Надо собрать вещи, доехать в лес. Ферло, свежее не бывает. Благодарю вас. Приходите еще. В последние дни было много толчков. Надеюсь, камни не растрясло. Привет! Выбирайте на здоровье. Потребуется еще, заходите. Привет! Что? До свидания. Это и есть твой груз? Как я рад, что ты его нашел. И очень вовремя. У меня все кончается. Я уж думал, придется лавку закрыть. Здорово! Что интересует Най? Потребуется еще, заходите! О, здорово, брат! Привет! А у нас еще один грузовик пропал. Если найдешь его, принеси мне, пожалуйста, груз оттуда. Ну, сделали фотографии? Да, конечно. Несколько штук. Да, хорошее фото. Очень хорошее. Вы, ребята, знаете свое дело. Ты и впрямь публикуешь эти снимки? Да, это же такая красота! Правда? Да. Знаете, у нас готовится большая статья, посвященная древним легендам. В ваших снимках есть душа. Если понадобится работа, обращайтесь ко мне. Опять жара. Кого я вижу? Мои новые фотографы. Раз уж вы здесь, предлагаю вам новое задание. Хотите? Мы не против. Класс. Мне нужны иллюстрации к той самой статье о древних легендах. Не вопрос. Куда ехать на этот раз? К Телпарскому утесу. Считается, что ущелье, разделяющее Даску и Клейн, возникло в незапамятные времена. Мне нужны снимки с двух разных ракурсов. Хотя бы по одному с каждого. Ваши снимки станут украшением статьи. Вы уж постарайтесь. Ха-ха, я в вас верю.
Ладно, Нокт, пошли. А ты увлекся, я смотрю. Воплощает свою мечту. Наш лучший номер к вашим услугам. Располагайтесь.